Добрый вечер, дорогие друзья. Говорят, что встречают по одежке, провожают по уму. Мне кажется, что эта поговорка, а может быть пословица, не совсем верно отражает суть вещей, потому что одежда отражает в первую очередь суть человека. Но суть или ту, которой человек является на самом деле, или ту, которой бы ему хотелось быть. Быть или казаться. Вот в чем суть современной одежды и, возможно, всего современного искусства дизайнерской моды. И сегодня в гостях у передачи «Избранный» человек уникальный в своей одаренности. Это белорусско-чеченский дизайнер Абти Езиев. Добрый вечер, Абти. Добрый вечер. Мы сегодня в вашей чудесной, очень стильной студии. Спасибо за приглашение. Спасибо, что у нас в гостях. Да, очень спасибо вам за ваше искусство, потому что стиль у вас действительно, вы знаете, он какой-то интернациональный. Спасибо огромное, Карина. Хочу сказать, да, тонкости моего происхождения, когда я начинал только деятельность. Большое количество кавказцев говорил, почему ты не создаешь одежду конкретно для территории Кавказа. И во всем есть опыт. Я изучал каждого человека, который мне писал такое сообщение, чем он живет, как он размышляет, его внутренний мир. И вот совсем недавно я понял, что конкретно для Кавказа можно применять конкретно баранью шкуру и шить из них дубленки. И это было очень удачный проект, потому что большое количество даже живущих кавказцев на территории USA, Европы, они начали заказывать конкретно из овчины, потому что это характер. И вот конкретно в шоу-руме мы сейчас представляем первые мои работы из овчины. Это характер мужественного человека. В то же время это может носить и девушка, потому что девушки нынче смелые, решительные и самостоятельные. Замечательно. Но еще мне кажется, что если вот украсить кожу заклепками, то будет такое современнее стиль, да, фольклор, который может быть применим к любым сферам человеческой деятельности. Абсолютно, да. У меня был опыт, я недавно начал изготавливать кожаные фартуки для барберов, для флористов, для парикмахеров, для барменов. И узнавая конкретно, чем человек живет, я с помощью заклепок выкладывал, допустим, если человек флорист, я выкладывал там большой цветок с заклепками. Если там человек, допустим, размышляет только как-то, у него математический склад ума, я выкладывал просто геометрическую фигуру в области груди с заклепками. То есть возможно, что благодаря каждому элементу, который я конкретно делаю, можно передать характер человека. Давайте начнем с самого начала. Казахстан мало знает о тебе, поэтому расскажи немного, в чем твоя изюминка, твоего дизайна, чем ты отличаешься от других дизайнеров? Да. Вообще, как ты пришел в мир дизайна? Я знаю, что ты учился с 25 девчонками. Как чеченскому парню пришла идея стать дизайнером женской и мужской одежды? Потому что... Да еще и в Беларуси, да. Еще и в Беларуси. Ты, видимо, сталкивался со многими противоречиями, тем более, как отреагировала на это семья, тем более отец самое главное, и когда он скажет, нет, ты не будешь этим заниматься, ты должен был его послушать. В принципе, как во многих чеченских семьях. Расскажи с самого начала. Для меня честь находиться здесь и рассказать маленькую историю моего становления пути из Чеченской Республики. Нас родители с братом перевезли в Беларусь, и родители отдали нас с братом в школу. Мы отучились 11 классов, и на протяжении 11 лет я занимался профессионально настольным теннисом и готовил документы, чтобы поступить на тренера по настольному теннису. Я собрал все документы, сижу в приемной комиссии университета физкультуры. Я отвечал грамотно, взвешенно. У меня на тот момент был первый взрослый разряд, и я по всем параметрам подходил конкретно на тренера по настольному теннису, но одна женщина в конце спросила тебя, покажи разрядную книжку. А разрядная книжка была моего тренера, а он был в Белгороде и должен был снова вернуться только через 8 дней. А до подачи документов на конкретно мою специальность оставалось 2 дня. Аккуратненько поставить галочку, что я вам показал, а потом я вам донесу. Они сказали, что, к сожалению, мы не можем позволить себе такого, что можем лишиться работы. И я так понимаю, что если мне сейчас навстречу не пойдут, я не смогу домой прийти, потому что отец у меня настоящий горец, и я боялся идти домой, получить леща. И вот со слезами с университета я пешком иду в сторону дома. И я позвонил маминой подруге, говорю, что боюсь домой идти, объяснил ситуацию, что вот надо как-то придумать какое-то алиби, почему я не поступил в университет для отца. Я приехал к ней в гости домой, за тарелкой супа, она сказала, что ты любишь делать?
Но я сказал прямо как есть. Я люблю покупать джинсы на секонд-хенде и их заужать. Все джинсы уже скупил и все заузил, да? Вот, и она говорит: «Папси, я тебя услышала». Мы сели к ней в машину, она меня завезла в колледж, где я в течение лета ходил курсы, обучался рисовать. В течение 3 месяцев не умудрился поднять голову, в какой колледж я хожу на курсы. Это оказался обувной колледж. А я хотел поступить на дизайнера одежды. Я ей звоню, говорю: «Ольга Николаевна, я, походу, пришел не тогда и 3 месяца зря рисовал». Вот такой я был ветреный, и она говорит: «А что, что такое? Там не обучают шить?» Я говорю: «Это только обувь». И она в интернете просто загуглила. Я приехал туда, в приемной комиссии мне задали вопрос: цель пребывания, желание, достижение. Я говорю: «Просто хочу научиться заужать свои джинсы, потому что они широкие снизу». Ну, достали уже мне широкие джинсы. И мне сказали: «Приходи 1 сентября на собеседование, уже конкретно знакомиться будешь с группой». Все, я вот чуть-чуть погулял в августе, пришел 1 сентября и смотрю, стоит 25 девушек. И я понимаю, что я попал куда нужно. Настоящий горячий горец. В колледже швейного производства начался мой путь. Это 2007 год. Я изучал тонкости, как правильно держать иголку, как нитку заправлять, какие пуговицы нужно пришивать на мужской пиджак, на женский жакет. И, конечно, я немножко был слабоват с точки зрения тонкостей, потому что девушки, которые, они когда еще учили в школе, с 5 по 11 класс, у них был уроки труда, их там обучали шить, они изучали промышленное швейное оборудование, а я был вот с нуля. И немножко отставал, то чувствовалось, они помогали, там, за меня какие-то работы выполняли, но того, что я был единственный парень в группе, я выполнял такую физическую работу, когда в колледжу ткани привозили, я выбегал там, разгружал там ткани, там, заливал воду, утюги, то есть я выполнял такую мужскую работу. Так хотя... вот почему вас приняли. Да. Нужна была мужская рука. Я так в течение 1 года на 1-м курсе понял, что если... Я сейчас не соберусь, я не смогу перейти на 2-й курс, нужно было сдавать там конструирование, моделирование, технологию. И я это все провалил, потому что в течение года я только знакомился с девушками в своей группе. И время по вечерам проводил с ними, нежели изучал конструирование одежды, женской и мужской. И вот на 2-й курс меня не переводили, сказали, что придется тебе, парень, пойти 2 года отрабатывать на какое-нибудь белорусское производство. И, к сожалению, не могут меня взять, потому что я не прошел по оценкам, экзамена не сдал. Для меня это был психологически сложный момент, и моя мастер говорит: «Апти, пусть немножко время пройдет, 1-2 дня, я сама к директору подойду и скажу, чтобы тебе дали испытательный срок перейти на 2-й курс на 3 месяца. Если ты там себя покажешь под мою ответственность, то ты останешься на 2-м курсе и будешь дальше учиться». Вот, она подошла к директору, директор пошел навстречу, и у меня было только, когда я переходил на 2-й курс, была возможность в течение 3 месяца исправиться и догонять всех девушек и показывать результат. И за 1 год я так собрался эмоционально, я изучал тонкости технологии, я начал быстрее шить, я быстрее научился пользоваться наперстком, там, кусачками, и уже спустя 1 год я вошел в 10-ку лучших дизайнеров Беларуси. Потрясающе. Здорово. Угу. А как отец отреагировал? Отец на самом деле отреагировал спокойно, что он сделал, просто уехал в Чечню обратно. Уехал с дома. Чтобы сын остался жить. Да. Вот, отец принял нейтральную сторону, потом уехала мама, уехал брат, я остался здесь конкретно один и 4 года доучивался наедине. И сложно было с точки зрения финансовой, потому что колледж предоставлял только стипендию на современные деньги, это долларов 10 в месяц, и сложно было. Там даже если у тебя появлялся клиент, ты не мог позволить себе купить ткань и обслужить его, потому что не хватало 10 долларов даже купить там сантиметров 30 ткани. Я просил, чтобы меня давали возможность после... пару оставаться в колледже и на оборудовании колледжа шить и зарабатывать хотя бы на деньги, на продукты, чтобы студент мог выжить, потому что родители, конкретно отец, ну, чуть-чуть, с одной стороны, не принял, что род из Иева вот начал заниматься этими женскими штучками, там, ковыряться там, в иголках, нитках, и информация конкретно, к сожалению, распространилась в Чечне между нашей семьей, что вот Апти занимается одеждой, и многие перестали вообще общаться, воспринимать меня. До сих пор такое отношение? Вот, Карина, к сожалению, мнение у них поменялось тогда, когда я вышел на неделю моды в Питере и заявил, что я чеченский дизайнер, и начал зарабатывать свои первые деньги, они уже по-другому начали воспринимать, то есть, скорее всего, тут
Тебя уважают только тогда, когда ты кем-то являешься. Хотелось бы, чтобы неважно какой-то нации, цвета, кожи тебя воспринимали, неважно какая у тебя копейка в кармане. Вот, для меня это был хороший опыт, на самом деле. И сейчас меня воспринимают адекватно, но так как Чечня является мусульманским регионом, то не каждый лук, конечно, может носить там человек, потому что там одежда это должна быть ниже колена, это без декольте, это более такой вот конкретно вот дубленки, это из бараньей шкуры, это оптимальный вариант, и пользуются там спросом аксессуары, сумки и что-то удлиненное ниже колена. Но на данный момент, получается, вы все-таки белорусский дизайнер. Абсолютно верно, да. А как белорусы сами оценят вас и любят ли они ваше творчество? Потому что все равно всегда в любую страну, приезжая другой национальности, останешься для них чеченским дизайнером, в Чечне вы окажетесь все равно не своим, а вот белорусским дизайнером. Верно. Есть такая тонкость. Я очень грамотно подошел к людям. Я начал заниматься усердно спортом и начал привлекать внимание не к одежде сначала, а к себе как личности. И они начали влюбляться конкретно в меня. И когда ты любишь человека, то тебе по факту не важно, что он подарит и что ты у него купишь. То есть я с грамотной стороны зашел. Я начал приводить тело в порядок, начал тренироваться, начал путешествовать, начал загорать. И девочки начали на это клевать. Все-таки девочки играют ключевую роль в вашей истории. Да. Причем не одна муза, а девочки вообще. Женский пол в целом. Вот, и я так понимаю, даже когда с ними переписываюсь, они хотят просто прийти и познакомиться. И когда во время процесса общения я умею грамотно их так убедить, что они совершают покупку и уходят с покупкой. Но без вас. Да. На самом деле, многие люди за 11 лет уже смелее на территории Беларуси начали одеваться, потому что я делал очень такие эпатажные показы на территории Беларуси, России конкретно, и в Германии делал показ в галерее Лафайет. И люди вначале боялись такое носить, потому что они не хотели себе привлекать внимание. Когда там парень, допустим, идет в городе, у него 2000 заклепок на куртке, он идет такой белым пятном, и психологически сложно принять. Но я их начал подготавливать минимально. Вот, допустим, браслет, потом сумка, потом майка. То есть я потихоньку сразу вот так прийти сюда мне одеться, не каждый решится. Вот, возможно, это еще нужно закладывать на уровне семьи, приучать их, вот, что одеваться красиво, ярко, это в этом нет ничего плохого и постыдного. Ну, давайте для телезрителя, в каком вот стиле вы работаете? Как вы можете охарактеризовать ваш стиль? Абсолютно конкретно какого-то названия стиля я не могу дать по той причине, потому что я больше работаю под клиента. То есть, если, допустим, человек больше времени проводит в офисе, то я делаю вот конкретно под него образ. Но этот образ я не публикую на своей странице. Люди думают, что я только шью заклепки, порванные джинсы, там, да, и хожу без носков. То есть, я за 11 лет одел несколько тысяч человек. Они абсолютно из разных стран, из разных сфер. Это и вечернее платье я делал, и что-то с фурнитурой, и что-то элегантное, и пиджаки я делал, и брюки делал. То есть конкретно я делаю, то есть тут, скорее всего, психология как наши родители. Они, когда ты к ним приезжаешь на дачу, говоришь: мам, я хочу кушать. Она просто из того, что есть, тебе что-то лепит, и ты кушаешь. И вот то же самое, человек приходит, из того, что есть, я ему собираю. То есть это абсолютно конкретно приобщить одному стилю невозможно, потому что человек абсолютно разный. Если, допустим, человек придет, который всю жизнь ходил в костюмах, а я ему буду навязывать, ну давай тебе сейчас кожаную косуху сошью заклепкой, он это не примет. Поэтому я для него делаю его мировоззрение, чтобы он находился своей тарелке. То есть я просто создаю все абсолютно. Я просто очень хороший, я называю себя швей, я хорошо шью. Я плохо рисую, но профессионально шью, поэтому стиля конкретно нету. Я делаю под каждого человека, это может быть и casual, это и гранж, это и панк-рок, и это и классика, и милитари. То есть я абсолютно все делаю, то, что мне сбредет под человека. Ну это уникальная одаренность у вас, Апти. Я таких дизайнеров еще не встречала. Спасибо. Чтобы вы умели войти в психологическую структуру, проникнуть в душу каждого человека, который к вам приходит, и сшить подходящий ему образ, наряд. Вот я считаю, что вы безупречный психолог. Спасибо. Спасибо огромное. А мне скажите, а есть ли какая-то черта, что отличает вас за ваши костюмы, то же самое классика? Я могу сразу понять по одежде, что о, это дизайнер Апти. Чем он отличается от классической одежды того же самых именитых дизайнеров Армани либо Хуго Босс? Да, у меня есть почерк. Вот даже у меня был опыт. Мой гость бренда шел где-то в Европе с рюкзаком, и за ним шел мой друг. И говорит, я уже на расстоянии 30 метров понял, что по четким линиям рюкзака, что это твой бренд. То есть у меня есть определенные формы, там, которые характерны мне. Допустим, у меня есть классический стиль подачи пальто, его можно определить на любом расстоянии, там, потому что только на одной стороне там есть один карман.
и расположение логотипа металлическое дает о себе знать. То есть люди, которые конкретно живут в Беларуси и на территории Москвы и Питера, на дистанции там 100 метров не могут определить, в каком верхнем поясном изделии там, и чей это бренд, потому что они отслеживают уже бренд. Первое время, когда я только начинал, я без задней мысли начал писать логотипы, изготавливал большие и писал на них свое имя, фамилия, конкретно латиница. И я это воспринимал как визитный ход, визитка. Mm-hmm. Вот. И когда люди спустя время поняли мой почерк, я этот логотип уменьшил в 4 раза. Mm-hmm. То есть вот он стал совершенно небольшого размера, и располагать его начал сбоку. А раньше располагал области груди, чтобы просто человек шел и прямо видел, кто и о чем, да. Но вы всегда носите только свою одежду? Исключительно, кроме обуви, потому что я, Лихан, не занимаюсь пока обувью. Для этого мне нужно постичь оборудование, технологию, и нужно с кем-то, наверное, пройти какой-то мастер-класс, потому что у нас колледж был конкретно пошив мужской и женской поясной и плечевого изделия. Вот все-таки нужно было закончить эти курсы. Да, однозначно. 3 месяца учились и даже не знали, что... Ну вот вы занимаетесь всем, кроме обуви и кроме белья, как я понимаю, да? А что вы делаете? Это аксессуары, это пояса, брелки, украшения, шапки, кепки. Перечислите, пожалуйста. Да, весь ассортимент начну сверху вниз. Это шапки, кепки, снуды в 2 оборота, которые как в Индии носят, наматываются. Это майки, свитера, кожаные куртки, пальто, пиджаки, рубашки. Брюки, шорты, юбки, платья, шарфы, перчатки, кошельки, браслеты, кожаные сумки. Абсолютно все, что можно засунуть, называю, под машинку швейную. И я могу сказать без задней мысли, что за 11 лет я до такой степени изучил швейное оборудование, и что я закрытыми глазами могу ложу руку на сердце, изготовить любое изделие. Я очень сильный профессионал в шитье, но я рисовать не умею. Когда мне люди приходят, они говорят: а тебе как мы увидим, что ты хочешь нам создать, без эскиза? Я говорю: моя идея вот здесь. И они приходят просто, говорят: я хочу, допустим, пальто, и все, уходят. И через 7 дней они приходят, забирают готовое изделие. Но для них начало, это кажется, что они получат кота в мешке. Но ни одного у меня за 11 лет не было возврата. Какие были у вас еще показы, которыми вы гордитесь? Я горжусь показом, когда перед тем, как подать заявку на участие в неделе моды, я пишу организаторам убедительную просьбу для меня, для моих гостей, показа поставить дополнительных 3000 мест. Ничего себе, скромно. И когда они говорят, было бы хорошо, если на ваш показ хотя бы первый ряд заполнились гостями. И когда я делал показ на неделе моды в Москве, Fashion Week, и я написал, попросил, притом то лично организатора, чтобы поставили дополнительные места, трибуны, что начнется хаос. Потому что я так уже в Минске в 2013 году делал показ на Белорусской неделе моды, когда я тоже попросил организатора поставить дополнительных 500 трибун, но началась массовая давка, и охранники не пускали в зал уже людей, у которых даже были VIP-пригласительные. И они на показ не попали, поэтому, зная этот опыт, я попросил организаторов в Москве, чтобы они поставили дополнительных несколько тысяч мест. Они посмеялись надо мной, и когда пришло, и 2500 человек смотрело показ просто так на телевизоре. Ничего себе. И тут, скорее всего, знаете, что большим плюсом сработало, что если я был конкретно житель Беларуси, родился бы здесь, у меня бы аудитория знала бы белорусская. А так от того, что я кавказец, Кавказ большой, мы один за одного, и поэтому прилетело конкретно в Москву очень много людей, и возможно, что меня знает энное количество людей только от того, что у меня чеченское происхождение. Это тоже работает в плюс, потому что они поддерживают, им важно развитие, и они даже совершают покупки не для того, чтобы даже носить, а чтобы у меня работа развивалась. Так все-таки ваш народ, ваша родина вас любит и ценит. Стараемся все сделать, чтобы радовать каждого гостя бренда, для нас это честь. Абди, вы живете в Беларуси, в Минске, а Беларусь — это страна, где зима, то есть холод, занимает большую часть года, и требуется, конечно, меха или какие-то дубленки, теплая одежда. А почему вы мало работаете с мехами? Почему есть только дубленки из овчины? Сейчас же существует очень много ферм, где производят, выращивают норку, соболя, чернобурок. То есть фактически это то же самое, что для кожи, для мяса выращивают скот.
Угу. Тут, скорее всего, уже дело в производственной мощности, потому что для определенного длины ворса должно быть спецоборудование. Угу. То есть у меня оборудование для пошива больше тканей, нежели шкур, и поэтому, чтобы организовать еще производство специализированными мехами, то нужно перенастраивать оборудование и покупать другое оборудование. То есть вот, потому что если прошивать мех на моем оборудовании, то мех будет залазить под игольную пластину и будет некачественный продукт выдавать. Mm-hmm. Вот, поэтому это надо немножко производство либо масштабировать, конкретно заниматься мехами, но больше акцент у нас оборудование настроено для кожи, для тканей конкретно. Тут, скорее всего, уже технологическая мощность не позволяет это выполнять. Mm-hmm. Вот. Я просто знаю, что Белоруссия сама производит норку, то есть выращивает норку, да, на фермах, и очень цена конкурентоспособная с норкой российской, греческой, канадской, американской, вот. И поэтому можно было бы здесь занять эту нишу. Чтобы стать еще известным творческим дизайнером, нужно еще какая-то вот быть чутким. То есть не у всех есть, у всех есть талант, возможно, у дизайнеров, конкретно в Беларуси, но нету вот какой-то поддержки финансовой, mm-hmm, что ли, что они могли быть независимы. Поэтому приходится идти вот на какие-то комбинаты, на производство, сдавать то, что им руководство говорит. Mm-hmm. И все-таки вы хотите выйти за пределы Чечни, за пределы Беларуси. Вы участвовали, организовывали показ в Германии. Да. Расскажите, как это было? Я в 2011 году был... В 2010 году я вошел в десятку лучших дизайнеров. В 2011 году я стал лучшим дизайнером в стране. И мне государство... Здорово. Спасибо огромное. Государство... В Беларуси. В Беларуси, да. Восхитительно. И государство меня... Поощрила. Да, поощрила. Я поехал в Германию на стажировку, и в галерее Лафайет, если исполнялось 15 лет, и мы по 7 этажам, мои модели полностью делали показ на 7 этажей. Это было просто что-то незабываемое, и я получил опыт, что люди, которые приходили смотреть этот показ, были так же одеты, то, что я создавал. То есть мне казалось, я живу на территории Беларуси, создаю что-то космическое. А оказалось, обычные проходимые люди, которые были в галерее Лафайет, они были тоже эффектно одеты. Потом у нас был гала-показ в 12 часов ночи, это минус 4 этаж. Показ начинался с двух сторон, подиум стояли Porsche 911, и подиум был змейкой, выложен 1 километр. Вот, и я после этого получил уверенность в себе. И вот меня Германия очень сильно зарядила, и я приехал, и тут вот начал создавать несвойственное Беларуси абсолютно. Такие вещи делал, что выходя на улицу, у людей голова падала с плеч. Я читал несколько комментариев в вашем инстаграме, да, странички. Как раз таки жители Казахстана говорят, ой, наконец-то будет какая-то коллаборация с казахстанским дизайнером, с казахстанскими личностями, что мы ждем вашего дизайна в Казахстане. Да, да, а да. Раньше никогда не было идеи у вас выйти на казахстанский рынок? Меня приглашали, кстати, мне организаторы писали, на неделю моды приглашали, но вопрос на тот момент, скорее всего, упирался финансово, потому что у меня есть своя команда моделей, нас 30 человек, это 15 девушек, 15 парней, и вот мы садимся в большой бас и выезжаем, и тут, скорее всего, вот организация даже вот, ну, российской недели моды, это, ну, это большое количество затрат, не только даже создать коллекцию, это и участие, и модели, и визаж, и все. То есть тут, скорее всего, упирался вопрос финансовый, что мы как вот на начальном этапе становления, нам сложно там каждую модель заплатить 30 человек, трансфер туда-обратно, их поселить всех и организовать показы, рассадить. То есть это, скорее всего, на тот момент мне предлагали, это был год 15-й, то есть и... Может быть, это год 17, боюсь соврать точную дату, могу ошибиться, но, конечно, когда я в какой-то определенной стране делаю показ, и люди в тебя влюбляются, для меня была бы честь делать показ на территории Казахстана, и люди очень отзывчивые, позитивные, я даже не знал, что меня ждут на самом деле. Mm-hmm. Вот. А сейчас, смотри, если предложишь поучаствовать, сейчас те же самые требования остались, да, что я еду только со своими моделями. Почему только ваши модели? У нас тоже замечательные модели. Да, Карина, да? Абсолютно, я уверен, что в каждой стране есть суперкрутые модели, талантливые. Но тут вот, как я говорил, что я, когда
выпускаю модели на подиум, то я не занимаюсь эгоизмом, я не показываю одежду, я показываю людей абсолютно. У меня в команде модели есть 54 года мужчина Андрей, он бородатый, невысокого роста, то есть у меня модели не шаблонные. Такого же найдем, такого же невысокого роста. И у нас есть единственно действующий актер в Казахстане такого возраста, 96 лет. Ого, ничего себе. Я думаю, это вас вдохновит. Вот это уровень. Да. Было бы здорово. До сих пор играет в театре. С ним посотрудничать было бы вообще здорово. Поэтому будем рады, да, приезжать в Казахстан. У нас очень много разных моделей заранее, там, за месяц, чтобы отобрать, ну, спасибо, и влиться, и не возить всю толпу. Это, да, да. Это облегчит однозначно задачу. Но тут еще, как я говорю, мы с командой уже так сплотились, что, выходя на подиум, мы берем зрительный зал аурой. То есть она чувствуется. То есть мы не выходим с целью продать после показа одежду. Мы выходим, чтобы человек, который готовился, он там красился, он дома одевал одежду, он знал, куда он идет, чтобы он остался под впечатлением не один вечер, а на протяжении всего полугода, пока не начнет следующий показ. То есть это, скорее всего, если вот даже взять модель, которая сегодня познакомилась, его одеть, выпустить на подиум, то есть человек будет чувствовать, что это какое-то вранье. А это целая энергетика, да, вот. Мы заряженные, мы выходим с такой энергетикой, что просто люди там мурашки вот так встают. И поэтому, скорее всего, это идеология, которая, если, допустим, из стихов вырезать пару строк, это уже не стих. А сейчас, получается, вы также участвовали в своих показах или нет? Или вы не участвуете? Я выставлял последний показ, я делал в прошлом году, и сейчас в планах уже сделать на какой-то территории USA, на Нью-Йоркской неделе моды. Попробовать там выставиться и взять эту аудиторию тоже. Не с точки зрения даже продаж, а с точки зрения как души, что ли. Мне кажется, Апти, что ваши образы очень придутся по душе жителям Америки. Это просто вот их стиль. Вот. Особенно каких-то южных штатов, Техас или так далее, так далее. Все-таки надо вам заняться обувью. Не хватает каких-то ковбойских сапог. Да, дополнение. Чтобы они вот здесь вот стояли рядочком, да. С заклепками, со шпорами, настоящие с грубой кожей, на деревянной подошве, например, да. Да. Но не хотели бы вы показаться в Париже? У нас многие казахстанские дизайнеры так или иначе показываются в Париже. На неделе моды или арендуют какие-то помещения в замках или в зданиях для байеров делают показы. Вопрос очень хороший. И с точки зрения развития, сделать показ на территории Франции – это, конечно, уровень. Но, скорее всего, тут... не было еще такого правильного предложения, чтобы сделать там показ, потому что, как говорится, на каждой родине есть свои герои, то есть вот, и чтобы они пригласили, и для них это было как-то знаково, нужно какое-то время, то есть все достигается опытом, то есть я сразу вот так резко стать на весь мир известным не могу, я делаю силу своих возможностей, у меня рук мало, то есть... У меня не производство, там, где сидят там, 100 человек и шьют. То есть вот своими руками, то есть в этом есть смысл. Создавать одно изделие, два изделия на весь мир и даже создать коллекцию. Вот у меня уходит на создание коллекции 30 образов, это полгода работы. Я сам сижу, сам прошиваю, сам клепаю. То есть поэтому даже вот выставиться на Парижской неделе моды, одеть 30 человек, это нужно полгода выйти полностью из жизни. Это минус личная жизнь, это большое количество времени. И возможно, что спустя время, то есть я буду вынужден нанять еще больше людей, которые будут мне помогать собирать коллекции. И это сократит время с полугода, допустим, 2 месяца, я смогу выставить. Но тут, скорее всего, просто физически я от того, что я все сам делаю своими руками, встречаю клиентов, я сшиваю на шоу-рум и занимаюсь доставками в другие страны, не хватает просто физических сил. Но я, если задаюсь целью конкретно, то я ее достигаю. И если я выставлюсь в Парижской неделе моды, это публика стильная. Это в Париже, конечно, меня примут, потому что это свободный город, люди с воспитанием, со вкусом, с этикой, и они меня примут, но для этого нужно чуть время. Сейчас на каком уровне вы? Почему вы не можете сейчас уже взять дополнительные руки, чтобы отшивать и заявить все-таки? Всегда же у каждого дизайнера, либо у каждой творческой личности планы амбициозные и масштабные. Вот почему сейчас вы не хотите заявить сразу о себе? Потому что 11-летний опыт – это достаточно большой опыт. Тем более, вы говорите, каждый город, где вы показываете показ, вы его овладеваете, что потом они помнят ваши показы в течение полугода. Я по идеологии понял, что чем больше ты гонишься за деньгами, тем меньше ты свободный. То есть, чем больше я буду отшивать коллекции, открывать магазинов, тем больше у меня будет запар по жизни. Наемный труд, работа. Да, я буду становиться более узнаваемой, но я буду меньше жить.
Это правда. Вот. Я за долгое время я рос в очень бедной семье. Я не почувствовал жизнь. А если я еще сейчас буду заниматься суперподвижением бизнеса, я опять эту жизнь не почувствую. Я хочу насладиться солнцем, объятиями хороших людей, вместе готовить где-то кушать, делать шашлыки из птицы, заниматься спортом и в меру своих возможностей одевать уважаемых гостей бренда Птиизиев. То есть вот, все по меру возможностей. Скорее всего, психологический момент, что я хочу и пожить спокойно. То есть, потому что ритм, молодые люди, которые гонят с деньгами, они там сердцами умирают, потому что голова маленькая, информации много, невозможно охватить. Поэтому у меня не стоит задача масштабироваться. Я делаю это как в кайф. Ну, вы делаете это так, как вы можете, да. Так, как вам удобно и комфортно. Да, абсолютно верно. То есть. А Абди, а кто ваша муза? Это моя мама. Замечательно. Она, наверное, первая, кто смотрит ваши образы, как или нет? Она первая, кто делает замечания. Но тем не менее муза, да? Да. Мама, тот человек, я ее называю корректор, которая первое изделие говорит: так, Абти, либо ты неправильно одел изделие, либо неправильно вточал рукав, потому что два рукава отдельно сидят, разберись с этим моментом. И вначале я кусался, как-то реагировал: мама, все, я правильно вточал рукава, правильно швы проложил. И начал ее прислушиваться, слушать, она говорила: Абти, может быть, вот это сделай, тут вот так ты сделай. И не воспринимай это в штыки. Я это воспринимал в штыки, когда мне делают мамы замечания. Я говорю: мама, все, я сам лучше знаю. И первый человек, который все видит, это мама. Даже вот вчера, перед тем, как опубликовать фотографию, я скидывал ей и говорю: мама, какую фотографию лучше мне опубликовать? Она говорит: Абти, честно скажу, никакая не нравится. Вот, поэтому мама это все, на самом деле, я благодарю, что в мире есть достойные родители, которые вкладывают в нас детей больше, чем в самих себя. То есть они дают последние, как моя мама говорит: мама, Абти, ну что мне в этой жизни надо? То есть я уже свое отжила, говорит, я всего лишь 52. Да, очень молодая мама, да. Спасибо огромное, Карин. Поэтому я вот с точки зрения еще очень сильно привязан к маме. То есть, вот, и когда вот я начинал свой путь, они все уехали в Чеченскую Республику, я понимал, что я очень сильно скучаю по ней. И я даже, это реальная история, отпустил свою женщину из своего дома, чтобы моя мама приехала и могла со мной находиться. То есть, и я отказался от брака, чтобы лично моя мама была присутствовала рядом, потому что мне было важно, чтобы она была рядом со мной. И весь путь такой, который я делал, это ее заслуга, потому что она никогда не сказала, что ты делаешь что-то неправильно. Она спокойно говорит: Абти, тебя чеченцы, говорит, не воспринимают. Но я тебя воспринимаю, делай спокойно свое дело, все у тебя получится. Угу. Здорово, когда такая поддержка от мамы. Спасибо. А огромное. Есть ли в Чечне еще, или вот за пределами Чечни, мужчины-дизайнеры? Или вы один в поле воин? Вот, один в поле воин, есть... конкретно девушки-дизайнеры, но они уже на территории Москвы двигаются, которые больше так уже европеизированные, я их называю. Но я единственный чеченец, который есть. С виду вот, такое, знаете, впечатление, что такой брутальный мужчина. Но я знаю, что вы делали себе пластическую операцию. Расскажите, зачем вы ее сделали, для чего? А мне кажется, Абти такой очень впечатлительный и романтичный молодой человек. Возможно. Спасибо огромное, Карина. По поводу операции, да, у меня есть три пластических вмешательства. Я менял структуру челюсти, менял за 4 года, сделал 2 раза операцию на нос. Первый это был плохой опыт. Второй был замечательный опыт. Это, скорее всего, психологическая проблема, которая есть у молодежи. Она коснулась и меня в том числе, потому что, пересматривая фотографии, видео, либо новости, я наблюдал, что я выгляжу слишком как-то агрессивно, что ли. 4 года решался, потому что первый раз, когда я пришел к хирургу, мне наговорили столько информации, что... боязнь была, что после операции можно и не встать. То есть они сказали, что ты подписываешь документы, которые ты сам лично несешь ответственность. И на 4 года эту всю информацию отложил, хотелось просто пожить и не думать про это. И спустя 4 года пошел, записался на консультацию, через месяц операция. И мне сразу сделали 4 операции на нос. Это убрали горбинку, его заузили, подняли наверх, чтобы спустя время не клювал. И сверху область лба, хрящи перешили на низ, чтобы он стал более плотнее, кончик.
И этап восстановления у меня закончился всего лишь вот 15 декабря, целый год. Я ходил с такими глазами, как у панды, и психологически было сложно. Мне казалось, что плохо прошла операция, сложно все проходило, но я получил большое количество внимания. У меня появились скулы, я выровнял себе зубы все абсолютно. 31 зуб, один потерял где-то в школе. И меня это радует, и я доволен результатом. Абди, вы так много говорите о женском поле, что я не могу не задать вопрос. А есть ли у вас в планах или в мечтах создание семьи? Вау, это вопрос очень сильный, которому, скорее всего, я еще, наверное, не созрел с такой точки зрения. Я еще ребенок. И иногда я могу какие-то штуки выпуливать, которые, наверное, совершает какой-то школьный ребенок, там, которому лет там, 13-14. Женщины конкретно раньше созревают, у них там материнский инстинкт, все эти вещи по генетике, по природе раньше заложены, по природе, а я постоянно в каких-то передвижениях. То есть, если заниматься одеждой, нужно заниматься, мне это кажется, одеждой, и не будет хватать времени на семью. А я такой вот, если беру за что-то, делаю до конца. Если у меня будет семья, я буду заниматься только семьей, не буду заниматься одеждой. То есть, пока ребенок вырастет до 18 лет, там, и я боюсь не справиться. Я еще психологически не созрел, я еще сам ребенок, и не хватает ума еще для этого взять, шагнуть. У меня есть женщина, она полностью меня поддерживает. Но что-то вот детское у меня еще есть, я не могу сделать этот выбор. Он сложный, не хочется просто абы встать на колени, подарить кольцо и сказать, ну ладно, погнали в ЗАГС. Хочется здраво подойти, потому что это серьезный шаг, и мне с этим нужно будет находиться всю жизнь, воспитывать детей там. И какой трезвомыслящий дизайнер. Угу. Абди, а да. Какая у вас мечта? У меня есть мечта, это самая простая, чуть-чуть заработать на небольшой уголок в Испании либо в Италии. Из всех друзей, которые мне от начала до конца помогали, ни разу не предавали, перевести их туда. И вот жить вместе, и просыпаться, готовить, играть в фрисби, и засыпать спокойно, и улыбаться. И много у вас таких друзей, которые вас никогда не бросали в трудную минуту? Трое. Вот, поэтому каждому небольшой уголок. Ну, мне хочется для них и для их родителей сделать многое. Вот один дом большой, и как-то вот пожить по-настоящему, счастливо, красиво. Я люблю готовить, я очень хорошо готовлю пасту по-итальянски. Я супермастер не только в шитье, но и я и хороший компаньон. Я могу общаться на разные темы, не только там. Даже когда люди со мной знакомятся, они говорят, вы такой крутой дизайнер, я не задеваю, ни с кем не общаюсь на одежду, потому что они так в моей жизни 11 лет, еще говорить про одежду, засыпать про одежду, просыпаться так, заказать ткани, заказать фурнитуру. То есть абсолютно эту тему не задеваю, я, наоборот, больше слушаю, даю возможность насладиться им, когда они рассказывают, потому что каждому человеку важно, когда их слушают, смотрят в глаза, и вот, то есть такое что-то. В этом мире все рано или поздно сведется к тому, что люди поймут, что не обязательно зарабатывать большие деньги, чтобы быть счастливым. Абти, у вас было в жизни много испытаний. Вот как вы считаете, испытания вас делали хуже или лучше? Ну, все познается в опыте. Тот путь, который я прошел, я и год, когда учился в колледже, я и год жил в бане, где не было электричества, где не было света. То есть я в стаканчике железной и с электро, как там, кипятилка такая есть, подогревал воду, то есть я жил в очень сложных условиях, я делал конструирование прямо на калька, на землю, на траве вводил, то есть я жил почти на улице год, об этом никто не знал, уже приходилось выживать, родители были в Чеченской Республике, то есть какой я ад только не проходил, и когда я приходил даже в колледж, от меня пахло сыростью, потому что я жил в бане реально в прямом смысле, и там не было условий никаких, там, с точки зрения воды и там, туалета, все приходилось таких как-то выживать. Это было на территории Минска. И я понимал, что если я сдамся, то сдастся моя семья. Потому что мама мне сказала, то есть надежда вся на тебя. То есть ты там остался, мы живем в селе, в Чечне, то есть никола ни двора, то есть парень просто дерзай. И я работал, и потом как у какой-то бабушки там я снял дом на втором этаже, там я у нее жил, с этой бани я переехал, и ей было 86 лет, и в 5 утра она просыпалась, будила меня, ей казалось, что сейчас 9 утра, хотя было всего лишь 5 утра, она меня будила, говорила, иди там хотя бы поешь варенье и иди в колледж. Я ел, обратно залазил на чердак, я опять спал, ложился спать.
я, конечно, спустя уже как становление, как личности, не заехал к ней, это неправильно, я даже не знаю, жива она или нет, но я надеюсь, что у нее все в порядке, и бабушка Валя. Вот, и трудности нас закаляют. Всегда легко делать то, что легко дается. И самые сильные люди становились на вершину Эвереста благодаря тому, что за спиной была мама и женщина. Однозначно. Апти, посоветуйте что-то молодым, совсем молодым юношам или девушкам, ну, наверное, все-таки больше юношам, которые хотят стать дизайнерами. Чем больше людям советов даешь, тем больше они это воспринимают как нравоучение. И я перестал давать, направлять людей. Я им даю возможность самим постигать эту жизнь. Вот недавно мне парень написал, тебе расскажи свой путь становления, с чего мне тоже начать, что делать. Я ему так и написал, что твоя жизнь, сам ее и постигай. То есть не то, что я его отбросил, там, оставил без внимания, но если он услышит от меня информацию, как жить, что я делал, он примет просто мою жизнь и будет применять на своей, хотя он должен сам постигать. И не то, что совет, а пожелание, что каждое дело, которое человек будет начинать, оно будет успешно только тогда, когда ты будешь уважать старших, когда в тебе не будет крестьянничества, когда ты будешь все делать от чистой души, тебя публика полюбит. И потом, неважно, какой ты продукт не создашь, они это будут принимать, потому что ты изначально себя поставил как хороший, примерный человек. Вот. И я просто делал, как мне мама просила, Апти, никого не обманывай, делай и будь примером, в первую очередь, для себя и для меня. Вот я просто это с детства заложено, и как там все происходит. Поэтому тут пожелание, скорее всего, чтобы люди оставались настоящими и... Неважно, он будет заниматься одеждой, либо это будет какой-то дизайн интерьера, либо это будет автор стихов, писатель, психолог. То есть он должен быть честным, и остальное все нам получится. Поэтому будьте честными, настоящими и уважайте старших. Огромное вам спасибо за такую содержательную беседу, за ваш талант, за ваш очень сильный стержень. Я уверена, что вас ждет прекрасное будущее. И спасибо. Вы дизайнер от Бога, тот человек, который несет свет, добро, красоту в этот мир. Спасибо. И вы родились, потому что так Всевышний хотел. Вы желанны, вы им любимы. Я уверена, что он будет вас защищать и оберегать на протяжении всего вашего долгого и счастливого жизненного пути. Я желаю, чтобы все ваши мечты сбылись во много раз лучше, чем вы сами можете себе это даже представить в самых лучших снах, в самых лучших, да, таких вот сказках, воображении. И чтобы вы всегда были счастливы, что бы вы ни делали, где бы вы ни находились. Но пусть вы всегда будете находиться в хороших местах и с хорошими людьми. Желаю вам удачи. Надеюсь, совместная коллаборация как можно скорее уже реализуется. Спасибо. Покажем спасибо. На территории Казахстана. И думаю, это первое открытое большое интервью для казахстанского телевидения будет только стартом и началом для вас, для нас. Поэтому спасибо. И пусть ваши мечты и уголок в Италии и Испании будет как можно быстрее осуществится, реализуется, и вы со своими друзьями, с родными, близкими будете играть, готовить, и не забудьте пригласить на ужин на просто. Спасибо, спасибо, огромная честь. Спасибо огромное. Друзья, все мы созданы Богом, созданы Всевышним. Каждый человек, каждый народ желанны на этой земле, любимы Богом, необходимы для самих себя, для этого мира. И просто, чтобы быть счастливыми, помните, все конфликты, войны, все безумные распри в человечестве затеваются людьми, определенными людьми, с определенной, очень ясной целью – поживиться на человеческом несчастье и страдании. На самом деле нет причин ненавидеть или осуждать друг друга. Не вовлекайтесь в разные секты, не вовлекайтесь в распри, не считайте других людей лучше или хуже себя. Мы все одинаково любимы свыше и одинаково желанны. Уважайте человеческую душу, искру Творца, искру Бога в каждом живом существе, в каждом человеке, которого вы знаете и не знаете. И тогда Всевышний проявит к вам свою милость, и ваша жизнь наполнится краской настоящего счастья, смысла и глубины. Будьте счастливы и оставайтесь с нами. Спасибо.